как прошел поединок? Доволен, недоволен? После нокдауна зарядился, хотел ударить. И немного перестало получаться выбрасывать быстрые удары. Ну, что, бывает. Когда ждать следующего боя? Какой у тебя перерыв? Какие планы? Ну, я думаю, что весной, я знаю, что хотят вечер бокса в Ростове-на-Дону, и я определенно там буду участвовать. Поздравляем с победой. Такой, скажи такой еще болельщикам. Ну, такой бой мне вот именно сейчас был нужен, да. И это хорошо, что я не смог завершить бой после нокдауна. То есть этот бой дает мне опыт, неоценимый опыт. Это первый бой, который я провел до конца, и вот как для возвращения это очень здорово. Ну что, прошел всю дистанцию? Да, да, конечно. Соперник оказался, ну скажем так, терпеливым, не сдулся после нокдауна, и это то, что было сейчас нужно. Скажи что-нибудь фанатам, болельщикам твоим, которые преданы с тобой и идут до конца. Вы знаете, я очень благодарен людям, которые со мной. У меня непростая боксерская судьба. Я выиграю, проигрываю, но одно я могу сказать точно. Какие бы сложности в жизни вас не постигали, отряхивайтесь, поднимайтесь, идите дальше. Спасибо. С победой, Дим. Спасибо.